снова печальные новости. В возрасте 53 лет скончалась советская и украинская актриса Ольга Когут. На 54-м году ушла из жизни советская и украинская актриса, заслуженная артистка Украины Ольга Когут. Она родилась 18 марта 1969 года в Киеве. В 1989-м окончила Донецкое училище культуры по специальности режиссера драматического театра. Еще студенткой начала работать в Донецком областном музыкально-драматическом театре имени Артема. В 1996-м была приглашена в студию молодых актеров Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. С 1994-го снималась в кино, исполнила роли в картинах «День рождения буржуя 2», «Леди Бомж», «След оборотня», «Пепел Феникс», «Возвращение Мухтара», «Тайна Святого Патрика», «Утесов песни длиной в жизнь», «Реквием для свидетеля», «Рябины гроздья алые», «Ласточкино гнездо», «Защитниц», «Порох и дробь», «Женский доктор 2», «Пес», «Прокурор» и многих других. У Ольги Арнольдовны осталась дочь. Причина смерти артистки не сообщается. Светлая память.